Свои команды представили 8 школ района. Им предстояло проявить себя в военно-строевой подготовке. Девушкам, помимо прочего, пришлось перевоплотиться в сестер милосердия. Конкурс «Спасти солдата» подразумевал перевязку головы раненого. А вот юноши занялись огневой подготовкой. Мужской конкурс – разборка и сборка автомата. Это не просто соревнование, но и подготовка к службе в армии. Цель, основное мероприятие, чтобы молодые люди, ребята, примерно представляли, что впереди их ждет после призыва в армию. А в армии, естественно, все они будут призываться. Знали какие-то азы военной службы, различали звания, чтобы там легче, уже в армии было им легче адаптироваться, привыкать. К суровым армейским будням. Болельщики поддерживали свои команды не только аплодисментами, но и концертными номерами. В итоге победителем смотра конкурса единогласно была признана команда 18-й школы. На втором месте 9-я гимназия. Замыкает тройку лидеров команда гимназии номер 5.